Сельхозпредприятие Междулесье Березовского района. Вся сельскохозяйственная техника, которая будет принимать участие в весенних полевых работах этого года, выстроена на линейке готовности на мехдворе предприятия. Тут энергонасыщенные тракторы и вспомогательные агрегаты. Но требования ко всем одинаковы – быть исправными и безопасными во время работы. На сегодня уже почти 80% хозяйств области поставили свою технику на линейку готовности. И в целом результаты зимней подготовительной работы неплохие. Государственные технические осмотры мы всегда стараемся проводить перед началом полевых работ. А климатические условия, как вы видите, меняются. По требованиям до 1 апреля, но у нас в области стараемся, значит, провести до 1 марта. И уже на сегодняшний момент в 12 районах из 16 начались технические осмотры. Пристальное внимание проверяющих наличию необходимых документов у механизаторов и комплектность сельхозмашин. Активное участие в проверке принимают и сотрудники госавтоинспекции. Хотя в целом состояние аварийности со стороны этой категории участников дорожного движения и значительно сократилось, но есть отдельные факты, которые настораживают. В задачи сотрудников госавтоинспекции входит проверка соответствующих удостоверений, исключение допуска лиц, не имеющих водительских удостоверений. В целях обеспечения безопасности дорожного движения особое внимание уделяется наличию проблесковых маячков оранжевого цвета. Также уделяется внимание наличию на прицепных сельских автомашинах знака тихоходного транспортного средства. Что касается ООО «Междулесье», грубых нарушений выявлено не было. Особое внимание в новом сезоне будет обращаться местам стоянки и маршрутам перемещения техники. За соблюдением правил будут пристально следить сотрудники ГАИ. В целом, хозяйствам области необходимо вывести всю сельхозтехнику на линейку готовности до 1 марта. По оценкам комиссии, в ОАО «Междулесье» готовность тракторов 100%, прицепов 85%, 98% тракторов оснащены навигационной системой. Это позволило в прошлом году хозяйству сэкономить 9,7 тысяч литров топлива. В этот же день на мехдворе хозяйства прошел семинар для руководителей, главных инженеров, специалистов по охране труда всех сельхозпредприятий района с участием председателя Березовского райисполкома Сергея Барташа. Мы не знаем, когда необходимо будет идти в поле. Бывало, в конце февраля мы выходили в поле, в начале марта. И сегодня еще раз подстегнуть и дать оценку той работе, которая проведена в зимний период по подготовке к весенне-полевым работам. Мы резко войдем в поле, это сегодня погодные условия показывают, и должны будем краткие сроки выполнить весеннюю посевную кампанию провести. Так что времени до проведения работы над ошибками осталось уже совсем мало. Юрий Печер, Ольга Милюсик, Александр Тыманский, телерадиокомпания «Брест».